Новые кареты скорой помощи, школьные автобусы и пожарные автоцистерны поступили на службу в Тверь и муниципалитеты Верхней Волжи. 28 декабря, в преддверии Нового года, губернатор Игорь Руденя вручил ключи от новой техники главам районов. Тем продолжит Валерия Фомина. Новогодним подарком для учеников Высоковской школы в Торжокском районе станет этот желтый автобус на базе отечественной «Газели». В нем детские сиденья с ремнями безопасности, полки для ранцев, печка. Для юных жителей сельской местности от школы до дома и обратно путь не быстрый, поэтому комфорт и безопасность на первом месте. Такой же автобус уезжает в Вышневолоцкий городской округ. Мы получаем 12-й автобус с 16-го года. Это не только, естественно, просто подвоз комфортный к месту учебы. Это дети наши, особенно отдаленной территории, могут ехать на мероприятия, участвовать в межрегиональных, межмуниципальных мероприятиях. А еще, вот совсем недавнее событие, губернаторская елка, на которую нужно было привести огромное количество деток. Всего ключи от школьного транспорта получили 11 муниципалитетов. Также в Вышнем Волочке и еще ряде муниципалитетов спецтехникой пополнились гаражи скорой медицинской помощи. Служба получила 16 машин неотложной помощи и реанимобиль, которые могут передвигаться по бездорожью. В настоящий момент автомобильный парк составляет более 200 автомобилей. В первом квартале 2023 года еще одна партия автомобилей скорой помощи придет. Еще 10 автомобилей ожидает Тверской регион. У нас расписана дорожная карта до 2025 года поэтапного обновления всех автомобилей скорой медицинской помощи. В общей сложности в 20 районов и округов региона направлено 11 школьных автобусов и 16 машин СМП. Кроме того, на борьбу с чрезвычайными ситуациями выйдут 10 единиц специализированной пожарной техники. Среди них современные пожарные автоцистерны. Техника распределяется в пожароспасательные подразделения Тверского гарнизона. Основные из них – это автолестница на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ, «Урал-Некст» с улучшенными характеристиками, оснащенная техника вся гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием и пожартехническим вооружением, необходимым для ликвидации последствий всех видов. В Тверь передано 5 машин, в Ржев – 2, по одной в Торжок, Конаково и Бежецк. Ключи от новой техники вручил глава региона Игорь Руденя. Губернатор подчеркнул, что вся техника отечественного производства. Транспорт, который сегодня передается, выпущен на территории Российской Федерации, комплектующие произведены на территории Российской Федерации. Транспорт является полностью отечественным и не уступает никаким зарубежным аналогам. Сегодня это уже совершенно новое поколение автомобильного транспорта, безопасное, комфортное. Видим на этой площади все, что производится промышленностью Российской Федерации. Напомним, что всего за прошедшие 3 года автопарк Тверского региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.